Короче, каждый из вас получает сейчас бан. Боже, когда люди поймут, что нельзя так делать. Был создан 12 марта. Он чит, чел, он уже чит. Ну слушай, стало тише. Кто выигрывает, получает премиум лайт на месяц. Давайте. 23 февраля. Это та самая дата, когда начались те самые события. Ну а также это последняя публикация роликов на канале. Я не мог найти все это время сил, мотивации все это записывать. Была абсолютная апатия. Я просто обновлял страничку Telegram и следил за новостями. Большое количество сотрудников Сабершока прямо сейчас находится в Украине. Кто-то в подвале, кто-то слышит вокруг дома взрывы и выстрелы, кто-то, к счастью, смог уехать подальше. Все это дело нас окружает очень большое количество времени, и только сегодня, 13 марта, я нашел сил отвлечься и записать модерацию на Сабершоке, которой не было очень долгое время. Я надеюсь, что этот ролик не только мне помог отвлечься от всей ситуации, но и вам. Лично я, как и вся команда Сабершок, рассчитывает и надеется на скорейшее решение и разрешение этой ситуации. Скорее всего, вы этот ролик смотрите уже, когда Инстаграм заблокирован на территории России. А это 70% моей аудитории. Поэтому я хотел бы очень сильно попросить. Если вы хотите поддерживать со мной связь, хотите видеть, что у меня происходит в жизни, какие у нас проекты, какие у нас планы, то мой Телеграм у вас на экране. Просто вбейте в телефоне «Эрик Сука», и вы попадете на мой Телеграм. Кстати, он с галкой, поэтому вы не ошибетесь. Чтобы было бы больше мотивации, прямо сейчас там есть активный конкурс. Не буду говорить на что, зайдите, посмотрите сами. Ну, а мы приступаем. А если что, вся модерация будет проходить на проекте Сабершок. Это мой проект, наверное, по названию понятно. Мы делаем режимы, мы делаем серверы по всему миру. У нас уже 8 локаций. Или больше, на самом деле, больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 локаций. Понятное дело, это все нужно обслуживать. У нас сейчас онлайн 2800. Каждый день что-то происходит. Кто-то кого-то оскорбляет, кто-то кого-то унижает. Может быть, кто-то читерит. И это все нужно модерировать. У нас большое количество модераторов, они это все делают. Но сегодня я стану одним из них. Посмотрим, смогу ли я проконтролировать ситуацию на Сабершоке. Хороший ли я модератор? Если вы не знали про этот проект, то welcome. Я уверен, что вам он понравится. Мы очень сильно над ним стараемся. Это просто душевный проект, в который мы вкладываем все свои силы. Ну а сейчас мы можем приступать к модерации. Новенький тикет, игрок по имени Сказочный Долб, скорее всего, подрубает. На него кинули тикет, он сам из Казахстана. Я не особо верю в то, что казахи могут читерить, поэтому сейчас мы это все проверим. У него 9 часов. Давайте заходить на сервер, проверять, что происходит с этим Сказочным Долбом. Прямо сейчас мы начинаем следить за этим персонажем. У него в руках дигл, авик, гранаты, полный закуп. Что он сможет сделать, имея все это в руках? Нави-пингвин. Нави-пингвин меня немножко триггерит. Он спамит микрофон, я сейчас его замучу. Включить микрофон. Спам-микрофон на 6 часов. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Было почти по таймингу. Первый килл есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Двигаться по карте плюс прицел очень плохо. Вообще, нужно вспоминать и не забывать. CSGO — это развлечение. Многие, на самом деле, становятся проигроками. Вообще, все внимательно оттачивают. Но нельзя забывать, что паблик — это как раз-таки то место, где люди заходят под пивко сыграть и пойти спать. Вот как делает это Сказочный, который не подрубает. Ребят, я выбираю вариант то, что он чистый, поэтому выходим с этого сервера. Нет нарушений. Закрыть тикет. Идем дальше. Репорт. Читерство. Нарушитель у нас... Катин. Опять казах. Что это такое? 7 часов у нас наиграл на Сабершоке. 120 часов в КС и 48 за последние 2 недели. Задротит. 3-5 у него счет. Дождался. Услышал. Along. Позиционируем прицелом, мувементу и так далее. У него не все так плохо. Так. Катин. Сможет ли перестрелять CUMP 2 SSG? Хорошо. Молодец, Катин. Да, он спокойно может сделать минус 3, потому что эту позицию обычно не проверяет до конца. Он делает прыжок. Кстати, мужики, скоро выйдет ролик дроп скинов на Сабершоке. Это та рубрика, где я просто захожу по серверам, выбираю каких-то классных игроков и дарю им скины, которые выпадают в конце катки. Прям визуально это все видно. Потом их можно забрать в профиле Сабершока, прямо себе в Steam.
Поэтому ожидайте этот ролик, поставьте лайк, если вы это ждете. Нет нарушения по Катину, мы ничего не нашли. Закрыть тикет. Багаюс плюс тянет время. Так, мини-геймы, это очень странно, неожиданно. Кто-то кидает тикеты на этом режиме, потому что игроков там абсолютно мало количество. Нарушитель у нас игрок по имени Да, у него 724 часа. А багаюзить нельзя. У него три друга на мини-геймах. Лопати, а ты-то зачем тянешь? А, реально сидят, тянут время. Сидят, тянут время, бро, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы же понимаете, что это нарушение правил. Я хотел зайти и просто кинуть предупреждение, но я захожу и вижу, как вы игнорируете просто просьбы игроков. И тут уже не должно быть предупреждения. Ребят, вы получаете оба сейчас бан за багаюс, если вы не будете общаться. Окей, какой у нас бан за неспортивное поведение, Влад? 12 часов, но я бы выдал на 6. Короче, каждый из вас получает сейчас бан на 6 часов. Пожалуйста, не продолжайте так делать. Но это неуважение игроков. Нарушитель был наказан. Впервые за сегодня мы нажали эту кнопку. АВП, он или АВП Лего, неуважение. Что? Что за крестный отец у нас на сервере? Нарушитель Егорка Кенпачи мод. 118 часов на сабе шоке. Ну, это какой-то рофл тикет, давайте посмотрим. Малолетний тварь. По одному сдохнет твой ебаный. Закрой глаз, животное малолетнее. Нет, не хочу. О, Вагнер! Вот и... Ай-яй-яй, тут очень грязное общение. Что, выгораешь вообще? Не-не-не-не-не-не-не. Это ужасно. Оскорбление. 6 часов, да, оскорбление? Или 12? 6 часов, то да, тут я написано. Я могу, в принципе, вас нахуй поставить. И вот, посмотри, там в чате игрок спамил. Так, я кинул прямо сейчас персонажу с осуждающим словом блок на чат на 6 часов и иероглифом микрофонный чат на 6 часов за оскорбление. Так, ну и, понятное дело, самый главный персонаж этого сервера, человек по имени Кенпачи. Кенпачи, ты тут самый главный провокатор. Не, это вранье. Да-да. Нип Егорка Кенпачи мод говорил, что Украина скоро конец. И все уже такое. Ребята, вы можете. Вы понимаете, что такое АВП Лего? Вы можете расслабиться, отвлечься от этой политики. Ребят, вам еще делать нечего. Такая ситуация, вы еще и в КС этим занимаетесь. Нип Егорка Кенпачи мод. Тикет изначально пришел на тебя, поэтому ты получаешь мут на несколько часов. Нет, это не ложь, я это услышал. Он вышел с сервером, Унес что ли самый, вышедший игрок, Егорка Кенпачи. Отключить чат и микрофон, это больше за оскорбление, провокация, троллинг-провокация. Сколько это давайте, 6 часов. Все, ребят, кинул репорт, пожалуйста, общайтесь без этого. Расслабляйтесь, отвлекайтесь. Ой, лучше бы не заходил на сервер, ребят, такой... Ужас, последнее место, где это можно было делать, они нашли. Тем более, это был киевский сервер. Так, игрок, ну, нарушитель был наказан. Ну да ёпрст-то, и оскорбляет. Ну давайте посмотрим, ну, не думал, что я буду этим заниматься. Заходим, Retail Classic, 244 сервер. Какой трэш здесь творится. Так, я, во-первых, блокирую этого персонажа за никнейм. На первом месте у них. Боже, какой же здесь ужас творится. Мне прям противно переименовать тогда. Так, сколько? 6 часов, да? 12. Все, так, он полетел. Но он точно вот сейчас при нас это было слышно. Ну слушай, стало тише, это прекрасно. Понятное дело, эта ситуация не исправится. Я сейчас выйду, и это будет повторяться. Ребят, я очень настоятельно прошу. Ну что это за мусор? Пожалуйста, делайте этот мусор, если хотите, но не на серверах совершок. Нарушитель был наказан. Я сейчас хочу зайти на любой сервер, ну, допустим, ретейка, и посмотреть, как люди там общаются. Вот просто абсолютно рандомный сервер. Даже давай вот так сделаем. Давай на киевский сервер зайдем, это будет самое интересное. Киевский давай. Сервер. Еще двое кичи. Так, ну... Тут стараются говорить инфу. Блин, ну это что такое? Да вы че издеваетесь? Боже, когда люди поймут, что нельзя так делать? Ну какой смысл? Бебра, ты меня слышишь? Бебра. О, да,
Бебра, ну вот я сейчас вижу в чате, что ты написал вот этот, вот эти неприятные слова. Вот смысл писать это дерьмо? Какой смысл? Он что? Меня бесит просто. Он тебе... Зачем? Ты что, у тебя какие-то проблемы? Что он тебе сделал? Ну, муть, бан, что там? Мут и бан, а зачем? Ты доволен тем, что человека назвал таким словом? Ну какой смысл? Я просто не могу понять твою логику. Пожалуйста, я понимаю, что после этих слов ничего не изменится, но просто подумай, что это просто пустая трата твоих же нерв и времени. Играй, просто играй. Не нравится человек, выйти с другого и зайди на другой сервер. У нас их большое количество. Я надеюсь, это не просто так, и это не пустые слова. У нас появился тикет. Паблик Only Dust 2. Люцик. Давайте посмотрим, кто ты такой. Премиум аккаунтом. 27 часов. КД 2.3. Израиль. Вот ты пес, извини. О! Парень сказал, вот ты пес, и извинился. Это приятно. Так, мы на сервере. Сейчас посмотрим, что такое Люцик. У него нет никакого левел фейста. Пинг 130. Возможно, VPN. Так, смотрим. О, это ты видел? Слушай. Ну, первый выстрел по Кьюварду. Он был странный, как будто у него залагал. Да, 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 да. И смотри, смотри, смотри. Ай-яй-яй. Проверка на читы. Люцик. Я его вызвал. Да тут не надо проходить, я же сам признаюсь. Что ты признаешься? Что с читами играем? Ну зачем, да зачем читеришь? Какой прикол? Да хотел первый раз попробовать, интересно было. Так. Ну сам меня после... Ты знаешь эту фигню, что тебя валят с читами, тебя самого... Вот, хочешь сам с читами уже поиграть. Ладно. Ну. Насколько дается? Бан насколько дается? Ну тут ответите уже Влад, ну там не маленький срок, к сожалению. Бан выдается навсегда за использование читов. Так, хорошо, у нас получается, нарушитель был наказан, мы идем дальше. Слушайте, ну реально был один фраг и попали в точку. Прекрасно. Руина, блин, Амонгас, я хочу зайти на Амонгас, потому что я так давно это не делал. Нарушитель у нас Дину Майк. Мы на сервере, смотрим, следим за ситуацией. Что случилось? В общем, мы уже определили то, что это голубой. И там, короче, синий начал топить то, что это розовый. И, короче, он катку там заруинил. Ладно, Дина Майк, это незначительное нарушение, но, пожалуйста, Дина Майк, давай по правилам и давай аккуратно. И дисциплину поддерживать будем, хорошо? Выдано предупреждение, закрыть репорт. Включил и шипит. Так, давайте проверим, кто там шипит. Торнадо, ты меня слышишь? Чё там было с челиком в прошлом? Зачем кидать репорт? У него микро шипел просто. А чё вышел он тогда? Давайте так, сейчас у вас будет BO3 дуэль 1-1. Кто выигрывает, получает премиум лайт на месяц. Давайте. Первая дуэль пошла. Силсер, 1-0. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Интересно. Так, счет 1-1. Давайте наверху, наверху и сражайтесь. Окей, окей. Давайте, давайте, давайте. Просто дрожу весь. Торнадо, поздравляю тебя. Да, как кинуть человеку в подарок премиум лайт? И вообще премку. Заходите на его профиль, копируйте его Steam, заходите на Сабершок, премиум лайт, подарочек. Вставляем ссылочку, добавить. Произошла ошибка. Шо? В чем ошибка-то? О, уже сработало. А что? Нельзя вставить ссылку. Ладно, мы это исправим. Премиум лайт на 30 дней. Оплатить. Подарки отправлены. Нормально. Сейчас дроп скинов записали внезапно. Читерство. Точно имеется ВХ, может быть АИМ. Нарушитель у нас Гидра. Название профиля очень подозрительное. Не знаю, прям чувствуется, что он читер. И аккаунту, кстати, ровно один год был создан 12 марта. Он чит, он чит, чел, он уже чит. Да-да-да, смотри, просто в тупую. Просто в тупую, вот смотри, что он делает. Слушай, ну это, блин, все-таки столько часов в КСе. Реально, я по нику и по аватарке определил, что он читер. Он опять не туда бежит. А, нет, туда. Не буду мучить нашего игрока и просто забаню этого человека навсегда. Все,
Человек получил бан навсегда. Ну, сейчас остается зайти на сайт и нажать на нарушитель. Был наказан закрыть репорт. И плюс репорт в нашу копилку. Можно посмотреть статистику моих закрытых репортов за все время? Всего принято тикетов 171, репортов 122. Среднее время рассмотрения жалобы 33 минуты. Почему так долго? Время пребывания на прайме 18 часов. Я работал 18 часов. А большее количество банов у меня было отказ от проверки. Неспортивного поведения, использования читов. Выпуск был максимально насыщенный. Читеры попадались, читеры признавались. Мы сделали дроп скинов вообще. Парню просто подарили лайт подписку. Сегодня было много контента. Я надеюсь, что тебе понравилось. Если да, то подписывайся на мой телеграм, потому что совсем скоро я запишу дроп скинов. А дате и времени съемки я укажу именно там. Спасибо за подписку на канал. С тобой был я, Эрик Шоков и Владислав Гуров. И я с тобой прощаюсь. Пока. Спасибо, что играешь на Сабершоке. Ты делаешь этот проект лучше. Пока.